Всем привет! С вами Ярославна Громакина. Сегодня у нас уже седьмое задание. Продолжаем продвигать наши странички личные, наши группы ВКонтакте, разнообразив контент с помощью игр, конкурсов, разнообразных заданий. Сегодня вы предложите вашим подписчикам, вашим друзьям поучаствовать в игре на логику. Каждый участник должен предлагать слово и описывать предыдущее слово своими словами. То есть не пользуясь помощью каких-либо поисковиков, не пользуясь помощью Яндекса или Гугла, как он представляет, что это такое. Например, слово «буква». Один человек может, например, сказать, что буква – это основа слов, а кто-то может сказать, буква – это то, что кричит Юкович на своем шоу. Поэтому пишите буква, следующий участник дает определение и пишет свое слово. Вот он дал, например, определение и пишет очки. Что такое очки? Да. Вы можете также участвовать в этой игре, но я бы отдала предпочтение, чтобы участвовали, конечно, ваши подписчики и друзья. Если вы видите какое-то трудное слово, кто-то написал, и на него долго нет комментариев, вы можете написать сами, чтобы игра не остановилась, чтобы она продолжалась дальше. Вот. Можете, конечно, давать свое определение на каждое слово и каждый раз давать новое слово. Выберите тактику, которая подходит вам больше всего. Удачи вам в этой игре. Жду ваши ссылочки. Пока!